В день открытия детской площадки в деревне Марусино прошел праздник. Ее построили по программе губернатора «Наше Подмосковье». Как оценили юные жители новый игровой комплекс, узнали мои коллеги. Дети довольны, а это главная радость для родителей. Новую площадку оформили в стиле ранчо. Такую тематику выбрали сами жители на портале «Добродел» в 2019 году. Благодаря активному голосованию именно этот двор включили в программу по благоустройству. Теперь вместо старых железных качелей – современный игровой комплекс. Для детишек, мне кажется, прям замечательно. Рядом все находится, обнесено забором, опять-таки, не страшно. По-моему, замечательная площадка. Сюда каждый день приходим. Дети играют, очень дети радуются, вот мои внуки. То, что было, то, что теперь, конечно, земля и небо. Мне очень интересно играть тут с друзьями. Догонялки играем, в прятки тут. Тут очень весело играть. Нам очень нравится. Каждый день бываем, особенно вот ребенку нравятся вот эти качельки. Круглые качели особенно полюбились юным жителям Марусино. Еще здесь есть карусель, игровой городок, балансир и канатная сетка. Места для игр хватит всем. Площадка покрыта резиновой крошкой. И падать совсем не больно. Это главное. Вам площадка нравится? Да! Молодцы! Я искренне желаю вот родителям, чтобы вы получали удовольствие от своих детей, от этой площадки, чтобы было где поиграться. Такие детские площадки – это тоже это удовольствие, большое счастье, я думаю, для родителей, для детей. Поэтому, друзья мои, бережем, что создано, и будем двигаться дальше. Раньше здесь было темно, ни одного фонаря. Сейчас можно гулять допоздна. К тому же вся площадка под видеонаблюдением системы «Безопасный регион». Теперь играть не только весело, но и безопасно. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.